Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». 101 FM. В студии Светлана Удельная. Здравствуйте. Муниципальное предприятие «Гордурмустрой» возьмет очередной кредит в 30 миллионов рублей. Накануне депутаты Кировской городской думы дали согласие на получение заемных средств. Об этом сообщает газета «Репортер». Как пояснила руководитель департамента муниципальной собственности Дарья Вознесенская, кредит нужен предприятию для пополнения оборотных средств. Дело в том, что с «Гордурмустроем» заключен муниципальный контракт на 154 миллиона рублей. Речь идет в том числе о строительстве дороги Киров-Стрижи-Башарова. Для реализации этого кредита предприятию не хватает как раз 30 миллионов рублей. Планируется, что кредит будет взят в банке «Хлынов» на 2 года с процентной ставкой не выше 13%. В залог банку предлагается передать стоянку, производственные корпуса и подстанцию. Как пояснили некоторые депутаты, это имущество дороже самого кредита. В ответ Дарья Вознесенская заявила, что это нормальная практика. Большинством голосов депутаты одобрили получение заемных средств предприятиям, кредиторская задолженность которого и без того уже составляет 86 миллионов рублей. Экономика. Участники строительного рынка не верят, что властям удастся сбить цену на жилье эконом-класса до 30 тысяч рублей за квадратный метр. На днях Минрегион подготовил концепцию строительства доступного жилья. Согласно документу, в регионах России будет строиться 5 миллионов квадратных метров доступного жилья в год, а цена снизится на 20% и не будет превышать 30 тысяч рублей за квадратный метр. Предполагается, что субъекты будут бесплатно предоставлять землю, а естественные монополии – коммуникации. С аукционов, который будет проводить фонд РЖС, земля достанется тем застройщикам, которые предложат самую низкую цену. Между тем, как пишет газета «Бизнес-новости», эксперты сомневаются, что такая схема будет работоспособной. По словам руководителя Кировской региональной ипотечной корпорации Сергея Рылова, 30 тысяч рублей за квадратный метр, даже с учетом бесплатной земли и коммуникации, это довольно низкая цена. Сегодня застройщики продают жилье в Кирове в среднем по 40 тысяч рублей за квадратный метр, и вряд ли для них есть смысл заниматься массовым строительством эконом-жилья при существенно меньшей норме рентабельности. Впрочем, генеральный директор компании «Кировспецмонтаж» Алексей Миронов не исключает возможности участия в аукционе, однако и он высказал свои сомнения по поводу того, что власти смогут обеспечить бесплатную землю и подведение коммуникаций. Программа «Экономика». В прошлом году в Кирове с фасадов и заборов было снято более 400 объектов самовольной рекламы. Из них почти 200 ликвидированы силами муниципалитета. Прошлогодняя прокурорская проверка показала, что около сотни баннеров и билбордов были установлены с нарушениями требований закона о рекламе и ГОСТа. А на днях замглавы администрации города Александр Преснецов сообщил, что если все зафиксированные на сегодня нарушения будут устранены, то будет ликвидировано до трети нынешних рекламных конструкций. Курс валют, по данным Центрального банка, на 28 февраля, доллар сегодня стоит 30 рублей 62 копейки, европейская валюта 40 рублей и 4 копейки. Светлана Удельная, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.